Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня мне пришла очередная посылочка для рыбалки. И опять же в ней воблера. Посылка шла почтой Эстонии. Пришла за 21 день. Хорошо упаковано. Все воблеры в отдельных пакетиках. И сразу вижу, довольно качественно и красиво все сделано. Сейчас распечатаю и посмотрим все поближе. Лазил по сайту AliExpress. Нашел довольно дешевые воблеры. Этот воблер я приобрел за 50 центов, а эти воблеры были по 78 центов. Посмотрел, отзывов не было вообще, магазин. То ощущение, что только открылся. Тут буквально сегодня смотрел этот магазин, цена на воблеры уже возросла. Но я успел до подорожания еще заказать 7 штук, они еще в дороге. Но уже вижу, что я зря не заказал еще больше. Внутри шарики, очень острые тройнички, сразу в руку впились. Так вот на растяжение пружинят хорошо. Довольно качественно сделаны для своей цены. Реально смешная цена 50 центов. Петли хорошо проклеены. Все довольно неплохо сделано. Здесь такая вот глянцевая, красивая расцветка под окушка, так хорошо все переливается. Вот такая вот глянцевая, хорошо покрашена, пролакированы петли, сделаны довольно неплохо, но вот эту петельку надо будет, наверное, пролить клеем все-таки. Да, я доволен покупкой. Такая интересная форма. Вот брал название магазина Фовенон. Сейчас они по 0,86 центов. Доставка 21 цент. 11,5 сантиметров, 13,2 грамма. Вот этот воблер сейчас уже по 68 центов. 6,5 сантиметров, 8 грамм. Взвесим, померим. Начнем с маленького воблера. Да, 8 грамм, как заявлено в описании. Тринадцать с половиной грамм. Тринадцать двадцать пять. Померяем маленький. Семь сантиметров от начала лопатки до последнего
кольца заводного, петли. А сам воблер 5,5 сантиметров. Длинный воблер 11,7, если от начала лопатки, то 12 сантиметров. Такие вот, друзья, воблеры. Ссылочки будут в описании под видео. Ни хвоста, ни чешуи вам, друзья. Оставайтесь на канале. Кто не подписался, подписывайтесь. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч.